Одна старушка постоянно угощала кондуктора кишью и миндалем. И в один прекрасный момент кондуктор не выдержала и говорит этой бабульке: «Бабулечка, ну как мило с вашей стороны это все. Просто я со своей стороны даже не знаю, чем вас угостить. Просто как-то неудобно. Вы постоянно меня угощаете этими орехами. А почему вы сами их не едите?» На что бабулька отвечает: «Да, доченька, у меня зубов нету». «Бабуленька, ну зачем вы их тогда покупаете?» «Ой, люблю я обсасывать шоколад вокруг них». Всем приветики! Спасибо огромное за поддержку и комментарии. Мне очень приятно. Кто не подписан на мой канал, подписывайся скорее. Отдельно хочу поблагодарить всех тех, кто помогает мне в восстановлении моего зуба. Немножечко шепелявлю, как вы видите. Большое огромное спасибо вот от чистого сердца. Честно, не ожидала. Спасибо огромное всем тем, кто мне помогает. Всех люблю, всех целую. Всем пока-пока.